этого автобуса с помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, действующих на территории Российской Федерации. Кроме того, мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей, задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Вот все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод –